Вот такая вот красотища. Прибыли на водоем. На атаку за толстоловиками. Друган Василий снаряжает снасть. Вот такие вот у нас снасти. Вот, красотища. Будем пробовать. Сколько здесь толстолобики водится? По до 30... 17 до 30 килограмм. От 17 до 30. От 17. 17. Меньше нет, тут только от 17. А подсак еще не успел закинуть, но подсак надо приготовить. Да, смотри, она перематывается, блин. Да. Поэтому я говорю, попробуй как-нибудь это воткнуть там этот. Ох, запах-то какой божественный. Да, я бы сам съел. Ну, грешным делом, наверное, все-таки попробуем. Да это и это же, прессованная херня, вафля. Ну, наверное, да. Скорее всего, какая-то пресс-форма, в нее забивают. Да. Чуть-чуть увлажняют, скорее всего. Да я думал, мы на 17, это думаю, 100% вытянем. Я вот прям чую 17. Мне главное, чтобы это, ты-то у нас старый воин. Это трофей будешь. Да. Блин, ну запах такой, конечно. Какая вкусная печенька. А у тебя есть топленое молоко? Не брал? Нет, я вот только две. Но я взял по рекомендации. Она говорит, бери вот это. Нет, чаем попьешь, Лёва, хорошо. Алло? Все, все удилища забросили. Там три поплавочка. Тут еще парочка. И поплавочная удочка. Все. У рыбы нет шансов, да? Нет шансов. Все. Вообще красота. На поплавочку что-то у Василия. Пошло, пошло. Ух ты. Так, ты правее, а то у тебя там леска. Санька, что-то, брат. Ух ты ж, да там хороший. Я сейчас тоже на поплавочку переквалифицируюсь. Там карпик, по-моему. Если мне правильно показалось. Да. Сазанчик. Или сазанчик. Что это? Ух ты! Ничего себе! Сазанчик? Да, сазанчик, добренький. Блин, первый раз году. Ну такой хороший прям. Так, да, ну что, сазанчиром я отправляю. Рыжий. Рыжий. Смотри, какая красота. Ну, поздравляю. Начало положено. Да, выдержка железная. Поплавок уже, не знаю, видно его, не видно. Но он тут уже это 5 минут, наверное, вот так вот дергается. Даже не знаю, где его показать, где-то он там. Это надо видеть. Нифига себе. Не, слушай, я сейчас удочку достаю. Глядя на это, я понял, что надо доставать. Ты посмотри, что творят. Что-то он тебя туда заводит, смотри. Чтоб не переплел. Давай это. Подсак? Подсак, брат, давай подсак. Где он? О, покрупнее чуть-чуть. Чуть-чуть покрупнее. О, давай. Оп, есть. Поздравляю. Нормалечек? Ну такой это же. Прикормка. Уже хорош. Такой покрупнее, приятней. О, кого поймал. Вот это да. Классно выложил. За клешню поймал. Неожиданно. Как его теперь снимать? А я тащу и не пойму. Трава это что ли, или палка какая-то. Я думаю, когда появился, вроде что-то живое было.
Но он же не водит, он не умеет водить. Ну, он там, может, хвостиком что-то бился, там, не знаю. Вроде живой был этот. О, поклевка сразу же. А еще один? Сейчас точно. Короче, ловим сазанчик. Еще один. Фрикцион трещит. Накал страстей. Че, пасак? Или так? Или так? Или так. Ну что, отпускаем? Ну, да, малыш. Малыш. Японский крючок. 76-го года рождения. На Авито взял. 76-го? 76-го. Ну, тогда я тогда он... Социальное золото, скорее всего. Просто смотришь. Они что-то клевали, но тут просто расстраивают. Есть? Ну, сазан, сазан и край. Что тебе там катушка барахлит? Ты. Ну, это покрупнее, по-моему. Чуть-чуть покрупнее. А, это карась, да? Да. Вот это я понимаю. Это добрый. Нашим... Это добрый карась. Для карася это очень хороший размер. Вот это я понимаю по-нашему. И... Саня, по-моему, это на то. Да? Да. Ты его боком тащишь. Не, ты его, по-моему, просто боком тащишь, поэтому, кажется, да? Большой. Кресло, смотри. Кресло. Сколько факторов надо. Что-то прям, блин. Ну, не знаю. Сейчас будет видно. Не, хороший, хороший. Причем как будто бы это... Карась, что ли? Или карп? Огонь? Огонь. Это уже приятно. Добро. О, видел, Санька? Хорош. Хороший, хороший. Поздравляю. Это же такой. Да, хороший, хороший. О, красавчик рыжик. Красавчик, да? Да. Нормалечек? Да, он перешелкнет. Блин, а ближе стал подходить уже. Кого-то побольше, кажется. Да хорош! Вот жопа такая. Ну... Ну, хорош. Ну, такой хороший размер, в принципе. Нифига себе, Санча. Омар. Омар. Сидим, смотри, сидим вот так вот смотрим за поплавками втроем. И с нами вот пес, верный друг. Только что наблюдал за поплавком, сейчас по сторонам. Запахи ловит. Ну, красивый кадр. У него еще солнце там блестит на видео, как будто это нимб. Просто святой пес. Стоит спокойно.
Вот хотел с собакой на рыбалке побыть, а это побыл. С чужой, правда, но. Зато спокойный. Он даже присел. Вообще. Ему надо дать удочку и все, и пусть рыбалит. Сидит такой. Хвостик на меня положил. Это боец. Это может не сильно большой. Но боец. Ну ты видел, как он прям в бок? Раз он даже базар. Он раз от бамс. Сильнее, чем тот побольше был. Такой вот. Ну, отпущу, конечно, но приятный. Такой весьма усатенький. Вот он. Сколько тут? Ну, с ладошку, больше ладошки. Давай. Один попался бы сазанчик такой на... Да. Ты успел бы видео включить. Каждому. Да, да. И все. Час. Ну, прям вообще хорошо. Согласен. Это прям вообще хорошо, говоришь. Что-то поклевывает вроде. Глянь ты, что творят твои канадцы. Ну, удочку на самом деле, как практика показывает, и не сильно большие могут утащить. Вот он, вот он. Вот он. Нет, по-моему. Не-не, сазанчик. Или карась. Карась, да? Не, сазанчик. Сазанчик темный вроде. Дебанул так хорошо. Да, сазанчик из воды. Что Василий тащит? Что ты думаешь? Ну полтора есть, наверное. Полтора? Я думаю, три. Судя как там он как удочка гнется. Удочка звенит просто, да. Вон там прям. Может сразу в садок его? Посмотрим, что здесь. Хоть бы карась. Ты его нечестно поймал. Ну, красиво. А, нет, честно, он просто запутался за это. Все честно. Все засчитано. Ну да. Образно. Нормалечек? Ух ты ж! Все-таки это рыба? Нет. А, это опять это засранец был. Ах ты ж жопа такая, блин. Давай ты рака будешь ловить. Его в этот раз... А он, вот, короче, это рак так клюет. Вот так медленно-медленно потаскивает и держит на одном уровне. Вот, ты понял, это рак. Я тебе говорю, все вот эти погрызаны. Думаешь, кто это грыз-то? Ну что ты их до хрена тут? Такого я еще на водоемах не встречал. Знаешь, бывает проблема, трава там много. Там, не знаю, что-то еще. Рыбы нет. А тут другая. Ну что там, сраки продолжают клевать? Все, короче, постепенно собираемся домой. Уже закат. Красиво, такая красота. Ну, к нам подошли как сраки. Вот часа два, два с половиной. Всех сазанчиков спугнули. Так вот ловили. Ух ты, блин, кто там? Окунь, походу, клевал на это. На грузик атаковал. Вот такая вот дела. Как сраки подошли, так все. Тишина. Сколько там сраков мы поймали-то в общей мере? Ну, сколько, наверное, десяток взяли. О, с десяток. Что, закидывать это? На бойл еще или не стоит? А что такое? Нет, Сань, ты что, все убирай. Бойлы, да, не стоит, да? Да, да. Я тоже так думаю. Ну, съела, кстати, бойл. Мощно. Ну, это может быть и срак, опять же. Бокорез. Что ж, друзья, вот такая вот вышла у нас рыбалка. Все думал, монтировать видео или нет. Толстолобики так и не пришли. Дважды перезаряжали, перезабрасывали. Через какое-то время подкормка собрала этих бокорезов, которые прогнали всех сазанчиков. Однако рыбалка была душевная, интересная, и поэтому ее выкладываю. Желаю вам всем любви, добра, осознанности и лада в сердце.